Я оказалась к нему готова, готовились мы долго. Довольно-таки задания были сложные, сразу скажу. Но, в принципе, по силам. В принципе, они были не особо сложные, вот, и поэтому я смогла подготовиться, где-то там на импровизации вышло. Я чувствую, что у меня сейчас появилось больше опыта, и я очень хочу поехать в Москву на следующий конкурс. Мы оказались готовы к нему, так как мы уже до этого подготавливались, мы изучали эту компетенцию. Нам была это интересная компетенция. То есть для нас здесь больше сыграл интерес, а не сложность. Задания были довольно трудные. Мы должны были активизировать все свои ресурсы, все накопленные знания, которые мы получили в университете. Но благодаря нашим преподавателям мы подготовились к заданиям и, в принципе, справились все неплохо. Это довольно интересная, хотя и сложная компетенция. Ну, это интересно создавать что-то новое. Это достаточно... Да, мне понравилось. Задание было достаточно сложным, но я готовилась к участию, и мне показалось, что было мало времени для реализации всего, что было в задании. Я участвовал в чемпионате не во второй раз уже, и поэтому как-то было больше готовности ко всему. И больше был вопрос не в технической подготовке, а то, что не хватает знаний или что-то, а больше психологической.